Итак, друзья, свежая версия Windows 11 приносит различные нововведения и теперь принесла компактное меню, виджет и виджет-семья, друзья. Так что компания Microsoft продолжает тестировать операционную систему Windows 11. Сегодня она выпустила новую тестовую версию Windows 11 Preview для канала Do Beta. А сборка под номером 22128 приносит внушительный список исправлений и доработок из основных, заметных невооруженным взглядом, но что можно назвать компактным меню и виджет-семья. Виджет-семья показывает последние действия участников вашей семейной группы Microsoft, проводники для пользователей компьютерных мышей теперь по правому нажатию доступно обновленное компактное контекстное меню. Кстати, видите, вот так вот оно выглядит. И были внесены улучшения во внешний вид кнопки закрытия в окнах предварительного просмотра панели задач, начато внедрение значков уведомлений чата и панели задач и так далее. К сожалению, одно из самых ожидаемых новшеств Windows 11 с поддержкой приложения Android пока не активировано в тестовых сборках операционной системы. Стабильный релиз Windows 11 ожидается в конце октября 2021 года, но это не точно, друзья, никто не знает, когда он ожидается. На самом деле, скорее всего, может быть в ноябре, кто-то говорит в ноябре, кто-то в декабре, но осенью вот это 2021 года, это уже точно. Хотя это не точно, потому что мало ли что могут вообще перенести. В чем я, конечно, сомневаюсь. Всем пока, до свидания.